Дорогие болельщики Кубани! Уходящий год был для всех нас непростым. Яркие победы сменялись обидными поражениями. Но ни на секунду мы не переставали чувствовать вашу поддержку и веру в команду. С каждым домашним матчем восстановилось все больше и больше на трибунах нашего стадиона. Вы гнали нас вперед, никогда не отворачивались от нас. И в очередной раз доказали, что у Кубани самые лучшие и преданные болельщики. В уходящем году мы вместе отметили важную юбилейную дату – 40 лет кубанскому фанатскому движению. О желто-зеленых болельщиках не понаслышке знает вся страна. Мы надеемся, что проблема личного билета в будущем будет вновь актуальна на Кубани. Поверьте, мы вместе с вами переживаем за текущие результаты и турнирное положение команды. Обещаем, что в новом году мы приложим все силы, чтобы исправить эту ситуацию и радовать вас яркой игрой и победами. В наступающем 2023 году мы хотим вам пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и любви в ваших домах. Пускай вас сопровождают только самые положительные эмоции, а все невзгоды и неудачи обойдут стороной. Вы – наши болельщики, наша семья. И мы хотим, чтобы в нашей семье все были здоровы и счастливы. Оставайтесь всегда в правильных цветах, любите Кубань и верьте в чудеса. В футболе, как и в жизни, место им находится всегда. Ждем вас на стадионе Кубань в 2023 году. С Новым годом!